Сборка, шлифовка, покраска – вот и готов предмет, который может стать и подарком, и элементом декора, и полезной в быту вещью. В Химках провели мастер-класс по столярному делу. Мы будем делать сегодня шкатулку, фоторамп. Это вот такое чудесное изделие. У нас будет два выбора покрытия. Это будут вот такие розочки и, синие кораллы. Самое главное – техника безопасности. Всем участникам выдали фартуки и перчатки, чтобы не пораниться во время работы. Сначала доски скрепили друг с другом, потом обрабатывали и декорировали. Весь процесс занял 30 минут. Многие участники пришли вместе со своими детьми и создавали яркие поделки бок о бок. Я увлекаюсь поделками из пластилина, но я все поделки люблю. Когда мы сделаем рамку, это будет наша рамка, в которую заложены наши чувства, наша душа. Такие встречи по интересам в городском округе проходят постоянно. Подробную информацию о месте и времени проведения будущих мастер-классов можно найти в газете «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.